Траурная церемония утром в среду проследовала по Претории. Встретить гроб с телом Нельсона Манделы вышли на улицы города тысячи людей. Бывший глава государства и лауреат Нобелевской премии мира, человек, который изменил ЮАР, скончался в прошлый четверг на 96-м году жизни. В стране в течение недели проходят траурные мероприятия. Возможность попрощаться с первым чернокожим президентом ЮАР будет предоставлена всем желающим в эти три дня с 11 по 13 декабря в президентском дворце Union Building в Претории. Там будет установлен гроб с телом Манделы. 10-дневный траур закончится в день похорон 15 декабря, которые пройдут в местечке Куну в провинции Восточный Кейп.